Приветствую вас. Я думаю, что первое, на что желательно обратить ваше внимание, это на тот факт, что вы обратились в раздел психологии. Психология не гадает, психология работает именно с проблемами людей. Это первое. Второе, что хочу сказать, то, что не очень понятно, если он такой ревнивый, и у него много фантазий на вас, насчет вас, и если он обидчивый, как вы говорите, то зачем вам его чувства? То есть вас напрягает, или вам нравится, что он ревнивый такой, как бы, да? Вот. То есть мне кажется, что у вас нет к нему какого-то отношения такого соответствующего, да? Вот, мне кажется, что у вас нет к нему какой-то четко сформированной позиции. И я полагаю, что человек сам может не знать, какие у него чувства к вам, например. Поэтому вы определитесь сами, что вы хотите, нужен вам человек или нет. Если нужен, то вы всегда можете извиниться, всегда можете поговорить, всегда можете дать ему немножечко остыть, и ситуация нормализуется. А если он вам не нужен, если вы считаете, что такой мужчина вам не подходит, то в таком случае, вероятно, стоит пересмотреть свое отношение к нему и разобраться в своих чувствах, почему вам так важно понять, что он чувствует. Именно вам почему так важно понять. Именно вас, что взволновало сильнее всего. Именно вас, что всколыхнуло больше всего. Вот это нужно исследовать. И, ну, с точки зрения психологии. И тогда, я думаю, дело сдвинется с мертвой точки, и вы сможете разрешить свою, пока что несознаваемую проблему, но я думаю, что вы сможете это сделать. Вот. Вот так, я полагаю, можно вам ответить только на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам с точки зрения психологии. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.